Здравствуйте, дорогие друзья! Вообще, первоначально мы планировали более такой содержательный концерт, более основательный концерт. Ну, раз как-то все экспромтом почти идет, мы решили сегодня выбрать только самые любимые, самые нами любимые песни. И просто будем по важному списку их исполнять. Первая песня о нашем уже давно ставшем родном городе, где мы живем, это город Бершева. Ну, с этого и начнем. Приезд край света, рассказать тебе о лете, передать тебе приветы от пустынь, морей и гор. Здесь у нас такая жалость, от жары у всех усталость, снега здесь не оказалось, круглый год сплошной гурок. Я приеду с края света рассказать, что края нету, есть бескрайняя планета, горы есть и есть вода. Негевская пустыня, есть Бершева посредине, где под небом синий-синий бродят страусы стада. А Негевская пустыня только к вечеру остынет, на камнях леске и глине догоревший день уснёт. Свет костра качает тени, россыпь звёзд заменит стены. Ты отбрось свои сомнения, я приеду всё равно. Всё равно приеду скоро, ваш далёкий русский город, за беспечным разговором засидимся до утра. Засидим, напьёмся чаю, видишь, я уже мечтаю, значит, я опять скучаю, и в дорогу мне пора. Бершева мало песен, вот мы решили, там может кто еще, хватит времени свое. Bye.
дождинки из горстей. Дождинки из горстей. От заката до рассвета я к тебе ищу пути. Давай все бросим к черту, догоним стаи птичьи, прокурили их вагона, умчат нас электрички, и на краю света пойдем встречать зарю, и там тебя я ей месту подарю. Просто чудо повстречаться средь дорог. Ты куда? А ты откуда? Мимолетных пара строк, мимолетных пара взглядов, между дел прощания рук, а потом скитаться рядом, ошалевшие от разлук. Давай все бросим к черту, догоним стаи птичьи, прокуренных вагонов умчат нас электрички, и на краю света пойдем встречать зарю, и там тебе я эту песню подарю. Безумный, ты и я, шагаем рядом, бесконечный день земли. Нам совсем немного надо, чтоб мы вместе быть смогли. У костра в неверном свете взглядом встретиться с тобой. Знаешь, раньше встречи эти назывались судьбой. Давай все бросим к черту, догоним стаи птичьи, прокуренных вагонах умчат нас электрички, и на краю света пойдем встречать зарю, и там тебе я эту песню подарю. А эта песня была... Эта песня была написана много лет назад. Вот. Я не знаю, конечно, в свое время мы жили за городом, и у нас была такая почва, что если пройдут дожди, то оттуда не вылезешь. Одним словом, вот была написана эта песня, мы обратили внимание, как стоит спеть, значит, идет дождь. Ну, она, собственно говоря, на эту тему и написана, то есть дождь там присутствует. И вроде как получалось, как вызов дождя. Один раз были в Москве, в московских окнах, там спели, был мороз минус 20. Сказали, ребята, ну, не знаем, конечно, но вообще вот существует такое. Для зимы, такое. Может, и не сработать. Да, для зимы, может, не сработать. Сработало, была оттепель на следующий день. Мокрый снег с дождем. Но в Израиле не работает точно. Запах цветающей сирени. Как хорошо сидеть с тобой вдвоем, отбросив все печали и сомнения. А дождь учится в окна беспокоя. Ты никуда сегодня не пойдешь. Вода смывает грустное и злое. Сегодня я заказываю дождь.
чады над нами. А мелкий дождь, как пыль, стучит в окно. Распутится, и ты гостей не ждешь. Зажгу свечу и разолью вино. Сегодня я завязываю дом. Весенние, осенние, любые по листьям пробегутся, словно дрон. Пускай всегда мы будем молодые. Сегодня я заказываю дом. Весенние, осенние, любые по листьям пробегутся, словно дрожь. Пускай всегда мы будем молодые. Сегодня я заказываю дом. Сегодня я заказываю дом. Сегодня я заказываю дом. Песня, которую мы сейчас хотим спеть, она была написана вот так много лет назад, когда наши дети еще были маленькие. Теперь мы дожили, что у нас уже внуки маленькие. И то есть песня нашла вторую жизнь, второе продолжение. Малыш, скорей открой глаза, смотри, вот солнце встало, лучами заиграло, на лепестках роса. Смотри, вдалеке река несет свои куда-то воды, а лес стоит над нею сонный и ловит шёпот ветерка. Малыш, ну что ты, хватит спать, ведь ждут тебя такие дали, что и приснятся в снах едва ли. Поторопись, скорее встань, поторопись увидеть свет и отделять от мглы и мрака. А ты так мал еще, однако, что для тебя вопросов нет. Смотри, малыш, кружатся птицы и не боятся ничего. Мир так прекрасен, что в него, но невозможно не влюбить. Эта песня тоже была посвящена нашим детям, тоже, когда они были маленькие, мальчик и девочка, и вот такой вот разговор. Ну, примерно в таком ключе, как написано в этой песне, мы однажды подслушали, это Татьяна написала слова, она все текстовки всех наших песен пишет, вот, и получилась такая песенка, которую в свое время мы часто исполняли, пока наши дети были маленькие, было очень актуально. Нарисуй скорее мне дом, ну нарисуй, ведь я прошу. А ну-ка. Уроки сделаешь потом. А ну брось оттуда. Но я все маме расскажу. Дай будь хороший, не мешай. У
уже надоело, как башка. За кто? Задачи должные решать. Ну и решай. Пойди на улицу пока. Без тебя я не пойду. Но не ходи. А я хочу. Вот хворостину сейчас найду и слушай старших научу. А я все маме расскажу. Ах так? Как в воскресенье в папин день мы не возьмем тебя с собой. А ну-ка тапочки надень, по дому не ходи босой. Вот-вот командовать пора, а мне уж пятый год идет. Мы с Зинкой спорили вчера, там папа каждый день живет. Но ты вообще о пятый год, как будто нет получше тем. Нам папа выходной придет, а у Сережки нет совсем. Отстань по-доброму, прошу. А я все маме расскажу. А у соседского Витька, с которым лазили в саду, который притащил щенка, отец приходит раз в году. Ну нарисуй мне что ли дом, ну нарисуй, ведь я прошу. И маму с папой за столом. А ну брось оттуда! Все маме расскажу. Жаль, как будто мы его творили сами. И в мягких отблесках зари ты ни о чем не говори. Нас согревает этот свет и память. И в мягких отблесках зари ты ни о чем не говори. Нас согревает этот свет и память. Уснули пыльные леса край лета, и смолкли птичьи голоса вновь до рассвета. На мир крадется тихо мгла, и в мягких сумерках дома, и тихо музыка слышна там где-то. На мир крадется тихо тьма, и в мягких сумерках дома, и тихо музыка слышна там где-то. Yeah.
руки. Мы переждем, переживем свои разлуки. Твое дыхание в тишине напоминает столько мне и согревает, воскрешает и слова, и звуки. Твое тишине напоминает столько мне и воскрешает и слова, и звуки. Вот Татьяна настаивает, чтобы я спел песню, которая называется «Инструктаж по технике безопасности». Дело в том, что за 17 лет жизни в Израиле я тут отучился, стал, работаю на проектах в должности Мимуне Бетихут, но это, собственно говоря, на проектах занимаюсь техникой безопасности. Приходится делать много инструктажей, и я... А эта песня была написана, когда еще я учился в институте, и нас первый раз взяли на практику, я из Волгограда, на Волгоградский тракторный завод. И вот, значит, когда мы пришли на завод, первым делом, что инструктаж по технике безопасности. Вышел такой мужик весь всклокоченный, какой-то с бешеными глазами, и начал нам делать инструктаж, причем весь этот инструктаж в основном состоял из всевозможных случаев, которые, значит, он описывал, и с самыми, значит, невероятными, ужасными последствиями, кто упал, значит, ну, все в основном они заканчивались тем, что те, кто нарушали, значит, неизменно погибали, и одним словом, это страшно действовало на нервы и, ну, оставило большие впечатления. И в конце концов, значит, через некоторое время я написал песенку, которая, значит, называется «Инструктаж по технике безопасности на тракторном заводе, когда туда пришли студенты политехники». Ох, пополнение прибыло, входите же, политехнички, на наш завод на практику, давненько вас не шлю. Дай Бог здоровья ректору и замдекану вашему, совсем работать некому, хоть вас раз в год даю. Сейчас прочту вам лекцию о нормах безопасности, хочу, чтобы вы живехоньки покинули завод. Я нормы эти выстрадал, я знаю досконально их, как два остатних пальчика на левой ручке. Вот ярчайшими примерами вам буду иллюстрировать, как на госпредприятии нельзя себя вести. Потом вы все распишетесь, а дальше сами думайте от случая несчастного, как голову спасти. Петров, рабочий с третьего, по рельсам шел гуляющий, где паровозы бегают, те, где нельзя ходить. Гудел, гудел локомотив, ну а Петров, не слышавши, задумался, дурашечка, пришлось похоронить. Станочница Петрухина трудилась без косыночки, хоть косы с детства длинные сумела отрастить. Так вот они, родимые, на шпиндель намотались, и там навек остались, пришлось хоронить. Раскроновщица Дурова в нетрезвом состоянии на оголенном проводе пыталась ему хлопить,
вспотела аж бедняжечка, ее сопротивление для тока в раз уменьшилось, пришлось похоронить. А вот рабочий с пятого, Козлов его фамилия, сидел в бензохранилище и начал замерзать. Да что, развел костерчик махонький, ну дальше что рассказывать, 3 дня его разыскивали, пред тем, как закопать. Вот гляньте фотографию в многотиражке нашинской, ну что здесь непонятного, никак я не пойму. То слесарь Долбороженко сел отдохнуть, умаявшись на нашу циркулярную рабочую пилу. А вот еще картиночка, ну просто восхищение. Нет, вы не подумайте, совсем не гамбала. То прессовщица Дуровой, глядящая с сомнением, под прессом побывавшая дурная голова. Куда же вы, ребятушки, куда же вы, хорошие? А ну-ка, Марья Ивановна, остановить, догнать. Пошел студентик нервненький, ничего еще обтешится и будет план давать. Вот. Ну, мы все укорачиваем, там... Инструкции я даю на иврите, но не в таком ключе, нет. Так, сейчас мы дадим немножко отдохнуть Диме и пересадим его за синтезатор.